Вот, змея, запускаем. Доброго времени суток и хорошего настроения. Всем привет. Я на остроге и пытаюсь ловить щуку. Дело в том, что в комментарии к одному из последних видео меня просили половить щуку на остроге. Я вспомнил, что я обещал потестировать и на других водоемах приманку Орик Волкер 10. Вот. И решил, правда, на самом деле надо сходить и посмотреть, как клюет на эту щуку. Ну, на эту приманку щука. Ну, как вы поняли, я успел открыть новый тип проводки и кое-каких результатов добился. Ну, окунь не в счет. Вот щучки есть интересный экземпляр. Давайте я сразу по массе. Крупненький начнем. Вот. Это как раз я здесь поймал, вот стоя на лодочке. На 4 килограмма я поймал по ту сторону моста с бревна. И остальные, в принципе, здесь вот стоя на лодочке. Клев вроде бы есть, а щука разных размеров и вес стоит. Клюет. Но клюет. И не знаю, чем это дальше закончится, но давайте попробуем половить что-то. Еще. Я использую проводку рысками. Это у меня 10 скорость подмотки, оборот и ПКМ, правая кнопка мыши. И вот. Ждем поклевку. Вообще интересная такая ситуация. Я начал с того места, где окуня ловил в одном из видов. Там вроде как бы позачетнее. Щуки не стал, но не попались щуки. Вообще даже никто не попался. Вот я решил вдоль берега пойти вот по таким злачным щуким местам. И вот где-то пока добрался сюда. И результат вы уже сами видите. Ну, ко всему прочему, я вот всякое бывает в игре. Ну, надеялся, что птичку поймать зачетную. Нет. Птичку зачетную я не поймал. А какая она была? 5, 6, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, ну, давайте еще раз по кругу. Ну, я здесь только именно этой приманкой пользуюсь. Я заодно тестирую, заодно ловлю. Почему на топ-вотер? Потому что я знаю, что наверняка будет клевать щуку. Поэтому я их и использую на щуку. У меня несколько комплектов есть под это дело. Это вот один из них. Последних штук. Но в принципе, если так призадуматься, если у кого нет топ-вотеров, они не открыты еще, то здесь можно использовать хантеры. Но я, скажем так, не могу сказать про все хантеры, так как у меня 0,1, 0,2, 26-граммовый. То есть хантер 1,001 и хантер 1,002. Синенький и коричневый. Остальных я не помню. Ну, надо будет купить. Вот, кстати, клюнула хорошая зачетная штука. Пробуем крутить. Он по максимуму и форсировать в режиме лебедки. Но это достаточно крупный экземпляр. Кстати, опять-таки на 0,1 клюв. Опа! Ну, по 3 килограмма. Неплохо, в принципе. Так, вот про снасти, наверное, надо сказать. Сейчас я он убавлю. Здесь важный элемент. Это флюорокарбоновый поводок. Он у меня стоит на 22,5 килограмма. И стоит он потому, что на 17 здесь откусывает.
ровно минут кусты ждутся, что там делают. Вот не надо портить анекдот. Там медведь Алину рвет. В общем, что, дождь пошел, и я, наверное, тоже пойду. Вот так. Вот, что у нас в итоге получилось. Не так много, потому что достаточно быстро. Вот, не помню, который оставил. 30-13. Петушки. Лава вылетела. Мне тут игра вылетела. Видать, последствия нового. Вот, того самого. Ну, вот, смотрите. Ук. Там Орик Волкер 0-1. Здесь из последних будет 0-1. Потому что уже я смотрю, тучки набежали. И я решил уже не гнать. А, мелочевка, по-моему, здесь. И нет. Я фрагменты записи. А, вот пусть тут был. Ну, не так много. Ну и не так много времени прошло, чтобы наловить что-то. В итоге мы имеем только вот это. Я побегу. Побегу. Куда? А, кафе. Ну, кафе, по-моему, так ничего не осталось. Я заговаривался, начал, как там могло что-то остаться, там должно было что-то появиться. Ну и на рынке. Смотрим. А времени было. Сколько я там сидел с кадром? 1:38. И что я тут наловил? А, ну 169. 30. Нормально получается. В следующий раз, наверное, попробуем в других местах. И что я могу сказать? В принципе, станет приманки вот эти Орик Волкер 10 рабочие. Можно работать с ними. Тоже использовать наравне с другими. Так что вперед. Всем пока. Всем ни хвоста, ни чешуи. Всего доброго. Спасибо за просмотр.